Здесь когда-то был маленький прудик. Жил мужичок, у него здесь дача была. Вот, он умер. Все позаросло. Там участок у него. Вот сейчас там детям досталось по наследству. В общем, попросил я взять как, ну, типа, как в аренду прудик этот. Сейчас вот этот лес вычищаю. Хочу попробовать форель здесь развести. Тут недалеко, метров 20-30. Горная речка течет. Вот. Будем пробовать проводить воду, выращивать форель. Не знаю, что из этого получится, но хотим попробовать. Работы, конечно, тут до хрена. Сейчас вот эти все деревья надо будет выпилить, все вычистить. Потом там траншею прорыть, воду провести. Вода будет, я думаю, самотеком поступать, потому что тут не электричества нет. Вот так. Ну, как почищу, еще сниму, покажу. А то тут ничего и не понятно. Ну вот, уже есть вид. Чистили, наверное, дня 4. Столько хлама, мусора вынесли. Вот тут заборчик типа декоративный, так сказать, будет. Тут хочу сделать мостик небольшой. Вот такой небольшой водоемчик будет глубиной где-то метр. Шифер я этот поубираю, не нравится мне, некрасиво. Также что-нибудь сделаю из дерева, чтоб глаз радовался. В общем, здесь был слив, все сгнило, и так, слив, значит, шел у нас сюда. Вот эта речка, горный ручеек. И где он тут выходит, я не знаю. Поэтому будем рыть. Сейчас ищем трактор. Вот здесь пророем траншейку. Метра полтора. Проложим трубы. Будет здесь у нас слив. Сейчас покажу, где залив. Вот здесь надо тоже рыть траншею. Тут чуть-чуть почистили. Вот. Вот она. Это же речка. Вот раньше тоже труба была. Как просела, вымыла уровень воды. Упал, наверное, на метр. И вот тут тоже будем рыть траншею, рыть. И доведем ее до нашего импровизированного пруда. Воду будем брать вот здесь. Хочу здесь вот, вот здесь трубу проложить. Здесь надо чуть продолбиться. И потихоньку по над берегом поведем трубами. Не знаю, будет вода прогреваться сильно, нет. Сейчас май, померил, вода 16 градусов. Не знаю, как летом будет. Получится с форелью, не получится. Если не получится с форелью, будем пробовать осетров. Это вообще все будем пробовать. Ну, дальше включимся.